Подписчики моего YouTube канала, это видео будет продолжение первой части моего видео о древних фото Египта. Некоторые из этих фотографий, ну, примерно 150 лет назад, есть такие, что 100 лет назад, есть такие, что даже там 90 лет назад, но в основном около 100 лет назад и более, и намного более. Так как у меня эти фотографии очень много, поместить их в одно видео фактически нереально, в два видео тоже фактически нереально. Скорее всего, что будет три части этого видео. И размер каждого видео, ну, я не знаю, наверное, там 1,5-2 гигабайта, до 3 гигабайтов, где-то так. Я еще сам сказать не могу, сколько будет, я не знаю. Египет очень древняя страна. История Египта датируется с додинастического периода, ну, именно та история, которая меня интересна. Именно с додинастического периода. Там в Египте были обнаружены интересные фигурки странных существ. Конечно, немножко не такие, как у шумерской цивилизации, у убейт-культуры, у убейт-периода, и самара-культуры, и халав-культуры. Но тоже какие-то странные непонятные существа, какие-то странные изображения на древнеегипетских горшках, ну, таких вазы, горшки. И тоже вот показывают каких-то странных непонятных существ, которых египтяне называли древние боги. В основном какие-то вот... Мне трудно судить, я покажу эти фотографии для вас. Некоторых существ, фигурок додинастического периода и некоторых существ. Ну, такое ощущение, что как будто были наги в Египте. Вот, и древнеиндийские наги, они тоже были в Египте. Также эти изображения встречаются и в Древней Греции. Немножко на Ближнем Востоке, немножко даже в Италии.
остальное по этим древним фотографиям древних храмов Египта вы видите дальше в видео. Будет показан Карнак Люксор, который я так толком не смог показать в первой части. И множество других. Ну, в основном, конечно, Карнак Люксор. Если он не войдет во вторую часть, то точно будет в третьей части. Потому что очень много фотографий, и толком сказать, какие из них войдут во вторую часть, какие будут в третьей части, я пока еще не могу. Но могу сказать, что будет очень много фото храмов Карнак Люксор и вокруг него по окрестностям. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу. Скорее еще скажу, что скорее всего, что будет третья часть видео. Скорее всего, что вряд ли все эти фото, которых там многие тысячи, вряд ли они поместятся в одно видео.
Thank you.